Привет! С вами канал Виколь Рукоделие. И сегодня будет мастер-класс, посвящен вязанию вот такой вот маленькой квадратной салфеточки под стакан. Вот эта схема, так, она состоит всего лишь из 5 кругов. Вязать я буду пряжей Макси, которая осталась у меня после скатерти с ананасами. Вот буквально немножко осталось, мне на салфеточку хватит. Взяла крючок 1,6 мм. Так, и вот, собственно, сама бумажка с этой пряжи. Так, давайте же посмотрим, из чего состоит наша маленькая салфеточка. Вот такие вот обозначения овальные означают воздушную петлю. Вот такие вот маленькие крестики, это идет столбики без накидов. Для подъема всегда вяжутся воздушные петельки. Второй ряд мы вяжем со столбиком с одним накидом. Вот идет одна черточка. В третьем ряду у нас тоже столбики с одним накидом. А вот уже когда идет следующий узор, вот, видите, тут столбики идут с двойным накидом, тут тройной накид, тут тоже тройной накид, тут двойной. Ну, будем это все провязывать и разбирать. Тут тоже идет, вот видите, тут по одному накиду, тут по два, тут тоже вот меняется. Ну, будем смотреть в процессе вязания. Ну что, давайте же начнем. Изначально вяжем цепочку из 8 воздушных петель, которая замыкается в кружочек. Так, берем нашу ниточку. Фиксируем. И начинаем вязать 8 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы провязали вот такую цепочку. Теперь в первую воздушную петельку мы делаем соединение. Получается вот такой кружочек. Так. После этого кружочка у нас вяжутся столбики без накида. Здесь у нас их получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. С учетом того, что у нас идет цепочка из 8 воздушных петель, а надо сделать 16, так мы провязывание будем делать под воздушными петлями. Как это делается? Так, маленькую вот эту ниточку пока не обрезаем, мы ее пустим даже по кругу, чтобы более надежнее было. Так, смотрите, провязываем крючок в центр, захватываем ниточку и вытаскиваем. Получается две ниточки на крючке. Делаем накид и вытащили. Это раз. Опять в центр захватываем ниточку. Снова две нитки на крючке. Два. Так, это у нас уже получается две. Так. Снова делаем ввязывание. Третье, да? Снова провязываем четвертое.
Пятая. Шестая. Седьмая. Ой, захватила длинную ниточку. Так. Семь. Восемь. Вот мы провязали 8, и надо немножко сдвигать, чтобы у нас поместилось 16. Но таким способом провязываем по кругу еще остальные 8 столбиков без накида. И я к вам возвращаюсь. Вот провязано уже 16 столбиков без накида. И теперь мы можем вот эту вот ниточку, так, которая у нас лишняя, аккуратненько обрезать. Аккуратненько обрезаем. Вот так. Так, теперь будем смотреть, что у нас дальше по схеме. Так, дальше мы вяжем. Вот у нас было соединение. Так, идет провязывание 3 воздушные петли, потом столбик с одним накидом мы ввязываем через одну, да, поэтому пропускаем внизу одну воздушную петлю, которая была, и сюда делаем ввязывание. Это получается, здесь мы начали через одну, это получается в третью делаем столбик с одним накидом, затем вяжем 3 воздушные петли, потом столбик с одним накидом ввязываем в ту же одну нижнюю воздушную петлю. Дальше мы вяжем снова 3 воздушные петельки и снова через одну воздушную петлю нижнюю делаем ввязывание столбиком без накида. Снова вяжется цепочка из 3 воздушных петель и дальше также идет столбик с одним накидом, ввязываем через одну нижнюю воздушную петельку, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом в ту же нижнюю воздушную петлю, где был предыдущий столбик. Давайте же это дело теперь все провяжем. Так, провязываем. Резкость навести. Вяжем. Раз, два, 3 воздушные петли, делаем накид, снизу пропускаем одну воздушную петлю и вот через одну делаем ввязывание и столбик с одним накидом, вот так. Теперь раз, два, 3 воздушные петли, накид и сюда же в нижнюю петельку, где был предыдущий столбик, мы вяжем столбиком с накидом. Дальше вяжется снова раз, два, 3 воздушные петли, снизу пропускаем воздушную петельку и через одну делаем ввязывание столбиком без накида. Снова вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, накид. Пропускаем снизу также одну воздушную петельку и через одну делаем соединение и вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли, накид и в ту же нижнюю петлю мы делаем столбик с накидом. Вот получается вот такой узор. Довязываем до конца. Я к вам возвращаюсь. Вот такой получился у нас второй ряд. Завершали мы его вязанием 3 воздушных петель и делали соединение в ту нижнюю петлю, где мы начинали. Посмотрим теперь следующий круг. У нас вяжется. Так, вот мы сделали соединение. Так, вяжем снова 3 воздушные петли.
3 воздушные петли, и теперь над нижней цепочкой, где было между столбиками 3 воздушные петли, мы вяжем 4 столбика с одним накидом, затем идет 3 воздушные петли и снова 4 столбика с одним накидом над этой цепочкой. С учетом того, что 3 воздушные петли, да, много столбиков, поэтому мы будем провязывать под цепочкой. Дальше вяжем 3 воздушные петли, делаем соединение без столбиком без накида над нижним вот здесь, и затем также вяжем 3 воздушные петли, и также само вяжутся наши вот эти вот столбики. Давайте теперь мы с вами провяжем третий круг. Так, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, накид, вот этот наш промежуток идет между столбиками, 3 воздушные петли, вяжем под цепочкой 1 столбик с накидом, накид, 2 столбик, накид, 3 столбик, накид, и 4 столбик. Дальше вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и снова сюда же под цепочку вяжем следующие 4 столбика с накидами. Дальше вяжется 1, 2, 3 воздушные петли, цепочка вот внизу, где было у нас соединение столбиком без накида, тут же соединяем столбиком без накида, снова вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и между столбиками вяжем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Дальше вяжется 1, 2, 3 воздушные петли, накид, и также сюда же вяжем 4 столбика с одним накидом. Вот такой вот узор получается на втором кругу. На втором, нет, это на третьем, простите, это в третий круг. Вяжем до конца, я к вам возвращаюсь. Вот завершила уже вязать и третий круг нашей маленькой квадратненькой салфеточки. Посмотрим, что у нас на четвертом. На четвертом. Так, вот мы сделали соединение. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Затем в эту же нижнюю петельку, где мы начинали, мы вяжем столбик с тройным накидом. Затем вяжется 4 воздушные петли, снова столбик с тройным накидом в эту же воздушную петлю, потом идет 3 воздушные петли и столбик с двойным накидом. То есть смотрите, на эту сторону перейдет 3 воздушные петли, а это все остальное у нас для подъема. Так, после этого столбика с двойным накидом, здесь в промежутке ничего не вяжем, вяжется уже вот сюда столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с двойным накидом над цепочкой, 5 воздушных петель, столбик с двойным накидом, потом 3 воздушные петли и столбик с одним накидом, и все вот это вот вяжется промежутки вот здесь вот между 4 столбиками.
Ну, дальше снова вяжется вот здесь столбик с двойным накидом, 3 воздушные петли, столбик с тройным накидом, и все в одну нижнюю петельку. Снова 4 столбика, 4 воздушные петли, простите. Потом столбик с тройным накидом, 3 воздушные петли, столбик с двойным накидом. Главное не запутаться, где в каком промежутке какое количество столбиков идет. Так. Значит, здесь получается мы вяжем 2, 4, 5 для подъема и 3 пойдет сюда. 8 воздушных петель изначально мы вяжем. Так. Раз, два, три, 4, 5. Это у нас будет подъем. Раз, два, три. У нас потом идет в узор. Раз, два, три. Накида делаем на крючок. И делаем ввязывание в нижнюю воздушную петельку. И провязываем столбик с тройным накидом. Вот так получается. Вот такой длинный. Дальше вяжем. Раз, два, 3, 4 воздушные петли. Снова делаем 3 накида на крючок. И также в эту же нижнюю воздушную петельку внизу делаем ввязывание. Так, теперь вяжется 1, 2, 3 воздушные петли. 2 накида. И также делается ввязывание в нижнюю петельку. То есть получается в этом узоре дальше вяжется крайние столбики будут идти с двойным накидом, а посередине с тройным. Теперь делается один накид и между вот этими столбиками вяжем столбик с одним накидом. Вот так. В промежутке у нас тут ничего нету. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 2 накида и провязываем столбик с двойным накидом. Так, теперь вяжется 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 2 накида и снова по цепочку вяжем столбик с двойным накидом. Дальше вяжется 1, 2, 3 воздушные петли. Так, а я вначале сделала 4. Вот видите, пропустила. Вместо 3 связала 4. Надо перевязать. Так, 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида. Так, столбик. 1, 2. 3, 4, 5 воздушных петель, 2 накида и снова двойной столбик. Теперь 1, 2, 3 воздушные петли, 1 накид и вяжем столбик. Вот так в этом промежутке между столбиком наоборот идет. Крайние столбики идут с одним накидом, а те, что посередине, идут с двойным накидом. И в промежутке здесь идет 5 воздушных петель. Снова тут делаем 2 накида на крючок и переходим вот эту нижнюю петлю. Так, вяжем столбик с двойным накидом. Раз. Так, тут петля большая получилась. Надо перевязать. Так, делаем столбик с двойным накидом. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли. Теперь уже 3 накида. И снова в ту же нижнюю петлю вяжется этот же столбик. Дальше вяжется 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 3 накида. И вяжем столбик с тройным накидом в ту же нижнюю петельку. Так, что-то я много намотала. Раз, два, три. Так,
Теперь вяжем снова 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида и в ту же нижнюю воздушную петлю. Ну, получается вот такой узор на четвертом ряду. Вяжем до конца, я к вам возвращаюсь. Вот такой получился четвертый ряд. Соединение тут простое. После столбика мы делаем полустолбиком соединение на пятой воздушной петле, оставляя здесь в промежутке 3 воздушные петельки. И что, будем начинать наш последний круг. Наш последний круг вяжется. Вот у нас было соединение, да. Мы вяжем на вот этой цепочке из 3 воздушных петель, вяжем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с одним накидом. Над нижним столбиком вот здесь вяжем столбик с накидом, так же само. Так, вот здесь вот, где была цепочка из 4 воздушных петель, вяжется 3 столбика с одним накидом. И в промежутке тут идет тоже вот 3 воздушные петли. И снова идут 3 столбика с накидами. 4 столбик идет над нижним столбиком и 3 столбика на вот этой цепочке. Без всякого промежутка вот так же продолжаем, что вяжем здесь идет над этим узором уже идет 1 столбик, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидами вот здесь. Шестой идет над столбиком из 2 накидов, так. После него вяжется 4 столбика с накидами, но вяжется, смотрите, 2 столбика с одним накидом идет, и вторые 2 столбика с двойным накидом, как вот здесь вот видно, просто схема не вместилась в бумажку, так. Получается здесь 2 столбика с двойным накидом, потом 3 воздушные петли идет и снова 2 столбика с двойным накидом. И тут снова продолжаются столбики с одним накидом по схеме. И так все продолжается. То есть в одном из узоров идет такое количество столбиков и между ними 3 воздушные петли. Они все идут по одному накиду. А здесь идет уже вот с двойным накидом. Главное не запутаться в количестве столбиков в узоре. Так, 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 так. Чтобы быть нам на цепочке, вот продвинусь. Так. Можно даже, где идет 3 столбика над 3 воздушными петельками, ввязывать их непосредственно в сам столбик. Так, для подъема свяжем 3 воздушные петли, накид, 2 столбик, накид, 3 столбик, так. Накид и 4 столбиком идет над столбиком. Так, затем идет 3 столбика в этом промежутке между столбиками, где вязались 3 накида в столбиках. 3. Да, провязываем под этим, под цепочкой, а потом 1, 2. 3 воздушные петли, накид и также вяжем 1, 2, 3 накид, 4 столбиком мы вяжем над столбиком и следующие 3 столбика вяжем также вот сюда. Так. 2, 3. Так, дальше накид и продолжаем вязать столбики вот сюда. И тут у нас идет 1, 2, 3, 4, 5. Значит, вяжем под цепочкой, которая была у нас из 3 воздушных петель.
Вяжем 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4. Раз, два, три, 4, 5. Так, шестую Шестую мы вяжем. вяжем над столбиком. Так. Дальше вяжем в промежутке между вот этими столбиками один столбик с накидом одним и второй столбик с одним накидом. Третий и четвертый столбик мы вяжем с двойным накидом. Вот так увеличивается по высоте. Теперь вяжется раз, два, три воздушные петли. С этой стороны снова мы вяжем 2 столбика с двойным накидом. Так. И остальные 2 мы вяжем с одним накидом. Третий столбик мы вяжем над столбиком. Так. И дальше 5 столбиков с одним накидом мы вяжем вот здесь над цепочкой из 3 воздушных петель. Три, четыре, пять. Так, показываю, что получается. Получается вот так вот узор. Вроде не запутались, все связали правильно. Вяжем до конца, и я к вам возвращаюсь. Ну вот, довязан уже и последний столбик. Теперь нам осталось сделать соединение и зафиксировать нашу ниточку на салфеточке. Вот так мы сделали соединение. Вытягиваем немножко нитки. Обрезаем. И мы ее фиксируем. Так вот красивенько. Ну, желательно еще на изнаночную сторону вытянуть ниточку и еще раз протянуть, чтобы она у нас уже конкретно не развязалась. Вот теперь можно и обрезать окончательно. Вот и все. Вот такая вот салфеточка получилась. Маленькая, квадратная. Так. Очень удобная для подставочки под чашечку. Ну и, конечно же, примерим нашу чашечку с горячим приготовленным кофе. Вот такая вот салфеточка получается. Чашечка, конечно, маленькая, салфеточка тоже. Если вы возьмете пряжу потолще, номер крючка побольше, салфеточка, естественно, получится еще больше по размеру. И тогда будет возможность поставить чашечку покрупнее. Ну, в принципе, и все по моему мастер-классу по вязанию маленькой салфеточки квадратной. Если будут вопросы, пишите, буду с радостью отвечать. Еще раз вам большое спасибо за просмотр. С вами был канал Виколь Рукоделие. Подписывайтесь на мои мастер-классы, ставьте лайки. Пока-пока!